Быстрее ставь лайк, если ждешь каникулы. Ну а если каникулы у тебя уже наступили, ставь лайк, чтобы они никогда не заканчивались. Всем здорова, дорогие друзья! С вами, как всегда, Оверкус и Барт, и сегодня мы поиграем в стикфайт вместе с нашим подписчиком! Всем привет, ребята! Йоу, друзья, всем здорова! В общем, друзья, начинаем мы с вот таких вот интересных уровней. И, ребятки, смотрите, кто у нас уже умер? Кус? Да, конечно. Какие уже цвета? Сразу скажите, чтобы подписчики понимали. Я зеленый. Я зеленый. Так. А подписчик у нас желтый. Да, потому что он хост. Да, логично. Барт! Ай-яй-яй! О, отлично! Отлично! Сверху пистолет, он против подписчика остался. Так, остался овер против подписчика, но я беру револьвер и... Подписчик у нас сильный. Да, подписчик очень... Нифига себе, ребят, жестко вообще. Вот это было неожиданно. Да иди ты отсюда. Нет, я умер, парень. Я упал. Я тоже упал, Барт. Тащи против подписчика, давай. Нам просто не повезло с тобой. Так в смысле? Слушай, он сейчас будет просто ютуберов уделывать. Бери пушку! Ну! Бери пушку. Опа, на! Сломай ему корону. Сломай ему корону. Она не убивает, Кус, она только замораживает. Да не, она срать. Да, Кус, ты сейчас умрешь. Куда ты ушел? Кус, ты сейчас умрешь. Нормально. Кус, ты умер. У нас подписчик очень жесткий, я не могу. Он, ребят, действительно какой-то прям очень потный. Сейчас будем втроем кооперироваться, чтобы хоть раз его убить. Да тихо, я его убью сейчас. Отстань. Не, я его убил. Он умер же, да? Хорош. Итак, пушка улетела! Ко мне! Что это? Нормально, спасибо. На. Сейчас смотри, эффектно делаю. Оп, обманочка. Обманочка. А я умер, блин, да ё-моё, чё за фигня, ребят? Двух пушек. Давай. Против каких двух пушек? Пушек вообще нету. Да ж вы были двое с пушками, а я... А, так мы про тебя вообще забыли, Барт. Мы между собой там игрались. Да, мы играем. Тихо. Так, а я сегодня хоть раз выиграл, можно спросить? Нет. Я просто давно не играл, ребят. Я просто не выиграл ни разу еще. Не, я вообще давно не играл. Это же когда мы подыхали. Не, я вообще не играл миллион лет уже. На! Смотри, подписчик какой хитрый. Кус! Стоит там где-то. Ой. Нет. Ой. По-моему, я умер. Ну смотри. А смотри, что я сделаю. Смотри. Оп, стреляй. Давай. Он без пистолета, давай. Давай. Не, он упал. Подождите, смотрите, ребят. Давай. Делай мясо, давай. Оп. Он реально жесткий. Че за плод? Мы вообще ни раунда не выиграли. Почему так сложно, парни? Ё-моё. Тихо. Ой-ой, я ж зеленый! Почему я за желтого смотрел? Ребята, что за бред вообще? Не, уйди отсюда, слышишь? Так, все, погнали, месиво. Я чё... Как так вообще? Чё за бред? Я, короче, привык, ребят, что я обычно желтый, бегаю за желтого, а я ж зеленый. Оп! Да куда? Катана! Все понятно. Да нет! Как он это делает, парни? По-моему, он хост просто. У него 1000 часов, поэтому он выигрывает, нет? 1000 часов. Да, неплохо. Блин, что мы делаем? Он, видишь, он крысит, пошли его. Да, пойдем, тихо, не стреляйся. Кус, да иди в жопу! Ой, дурак, Да блин, опять он выиграл. Вы видели, что он делает, ребят? Как просто? Он вообще ничего не делает. Подписчик читер какой-то, я не знаю. Так я умер, все. Хорош. А, я тоже. Все убил. Так я тоже. О! Я думал, его убили. Пацаны, он какой-то читер, я не понимаю. Давай, миримся. Миримся или миримся? Вы что делаете? Ушел отсюда. Хотите прикол, ребят? Я, по-моему, ни разу не выиграл, да? По-моему, я в этом раунде, точнее, в этом видео ни разу не выиграл. Это капец, это настолько... Ай, блин, я упал. Все, давай против... Давай, и вот теперь настоящий овер приходит в бой. Давай, иди сюда. А раньше был фейк. Раньше был фейк, да. Хорош. Опа, на. На! Первая победа, ребята. Слушайте, пацаны, сколько он раз... Он раз 10 выиграл, мы по одному разу, понимаете, победили. Так не, я же сказал, настоящий овер пришел. Я его убил. Да не убил настоящего овера. Нет, ты его убей. Это фейк. Да, это был фейк. Это фейк. Это не я был. А, это фейк, я понял. Да. I am understand. На! Тихо, пали по всем. А где я? А я вот. О, сквозь стенку просто. Барт улетел. Тряпаля. О, убили желтого. Желтого убили. Так, Кус, выходи на честный...
Я хотел сказать, выходи на честный бой, а ты, блин, взял и в крысу меня бить начал. Ой. Хорош, куст, я вон там. Тебе сам подписчик сделал комплимент. Все, я не хочу с ним играть. Парни, это слишком жестко. Он меня просто расстрелял. Тихо, 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 ребят. Ребята! Ай, выйди отсюда. Смотри, смотри. Скринди, скринди, минус овер. Да я не успел туда залезть. Я просто не успел. Но я подписчика убил, что скажете? Поединок. Оба, оба, оба. Нормально. Давайте, кто кого, парни? Кого я там бью? Кто кого? Ну, сейчас будет подписчик, наверное, лежит, чекайте. Говорит там нормально все. Опа. Хорош. Ай, понятно. Ой, ладно, ребят, короче, на самом деле я поддавался, а вот сейчас вам пришел конец. Все понятно. Ну, в следующем раунде, походу, да? Сейчас минус подписчик. Понятно просто. Да не. Я не шарю. Это какой-то читер, парни. Не-не-не. Не, блин, почему я с ним? Иди, а, это... Это не я с ним. Пойду, пожалуй, фейспалмом убью. Я думал, что я опять желтый. Капец. Чё за бред? Ой, всё ясно, понятно. Я просто не могу даже. Смотрите, что он делает. Он берет пистолет. Идите, убейте его. Я меня зажал, ещё я. Смотри, он цепи твои убивает, расстреливает. Только решил прыгнуть. Найс, Барт подпрыгнул. Хорош. Красиво же было. Ребят, давайте вот вообще реально, я не знаю, этот подписчик, он прям очень... Всё, пойдём против него. Да, погнали, скооперируемся и против него. Убил, убил подписчика. Кликбейт. Тихо, тихо. Убил. О, найс! Второй раз, ребят, я выиграл. Просто ничего понятно. Себе. Жестко. Все понятно, все с тобой понятно. Да просто надо против него, он меня уже один раз ударил. Вот овер, между прочим, в первых сериях на меня жаловался, то, что я стою. Я его убил, слушай, против. Чека, да, чека, а теперь я понял, что только так и надо. Фейспам. Давай, Кузик. Давай. О! Понятно. Ну, кстати, у Куза выгоднее позиция, потому что на него будет падать потому оружие. Потому что здесь будут падать эти оружия, да. А они вроде больше и не будут падать. Ага. Сука, уйди отсюда. Уйди. Никак, никак не забраться, кстати. А что вы сейчас? Никит, не тяни, давай. Давай бой, честно. Никит, вылазь. Нет. Я сейчас сломаю тебе платформу. Не будут падать. Я тебе сейчас головой сломаю. Не будут больше падать. Я полежу. В смысле, не буду! Зарыжу! Вау! Зарыжу! Меня Барт обманул, это все поэтому. А я не знал, мы на самом деле как будто просто не знали. Ребят, это новый ассасин какой-то вообще, видели? Офигенно, Барт, отстань, Кус, Ярик, Некит. Кто это был? Кто это был со мной голубой? Это был Ярик. Это настолько жестко. Оп! Че скажешь? Че скажешь, подписчичек? Че скажешь? Он выиграл. Чё выиграл-то он? Все выиграл он. Все выиграл, понятно, ладно. Чё так жестко? Да капец, чё за пот, парень? Ну, вот так вот, я вылетаю. Он опять пушку... Нет. Меня убили. Вы видели? Вы видели это просто? Я решил перепрыгнуть, а в итоге... Я спрятался от него. Я тоже. Возьми пестик, пестик. Не стреляй по мне. Чё ж ты... Убил его. Ты меня придавил. Тихо, давай для честности. Я возьму что-то, бери, а ты бери. Стой, подожди, давай я вот это возьму. Честность! Максимальный уровень. Ой, как говорится, хочешь жить, умей крутиться. Я же синий. Да, тут самое стрёмное еще в этой игре, можно легко путать цвета. Вот ты обычно думаешь, что ты из-за того... О, минус мир. Пацаны, бунбокс. Я все разрушил. Ну, слушайте, я уже вот начинаю немножко раскочегариваться и брать уже раунды. Я же говорю, я просто давно не играл, ребят. Под конец серии я уже что-то могу делать, блин. Ну, надо было просто разыграться. Надо было разомнаться, да. Разомнаться. Разомнаться. А, все. Мы подписчикам прилегли. Прилили-легли. Прилили-лили-лили. Ой. Минус овер, блин, друзья. И вы же помните, ребят, если у меня в руках калаш, то это все. Это Габелла. Это значит, что кто ломает? Как вы сломали? Как вы сломали? Это подписчик, он читер, я говорю, он как-то. Чекай, минус овер. Чекаю, братан, минус ты. Свои. А он, видите, что сделал? Да ну нафиг! Я говорю, разработчик. Ребят, играем против разработчика. Да тихо, не пали, не пали, не пали. Ладно, все, тихо, тихо.
отсюда скриньте. Спасибо. Держитесь. Как-нибудь. Номер! Все, нормас. Номер! Минус. Как это? Нет! Ты видел? Чё это за пот вообще был? Офигеть, ребят. По-моему, это самая интересная серия вообще за все время. У нас такого пота никогда еще не было. Бом-бом. Это просто жесть. Бом-бом. Подписчик просто смотрит, что делает. Пойдем его убьем, бар. Давай следующий раунд. Спасибо. Вот этот сделаем некий челлендж. Сейчас, короче, кто выиграет, выигрывает всю катку вообще абсолютно. Выигрывает всю катку, да. И это будет последний раунд. Давайте, но сначала убьем подписчика. Сначала убьем подписчика. А он умер, он убился. Так, ладно, стой. Все, вообще честный бой. Какой честный бой, если у одного пушка? Все, я минус. Это нечестный бой! Давай еще. Давайте вот пушки не будем выбирать. Это вообще нечестно. Давайте без пушек. Погнали, погнали. Чисто без пушек и подписчика надо убить. Давайте. Убивайте, убивайте. Да кусайте в жопу. Убивайте. Давайте кто-то один убьет его. Давай. Без пушек. Да, вот, убил. Все, без пушек. Да ой, без пушек! Мы сегодня закончим или нет? Да капец, давай. Давайте, все, быстро, быстро. А теперь вот последний точно решающий. Все. Бам-бам-бам-бам-бам. Бомбита синьорита. Размотал подписчика. Все, минус я. Оп. Опа-на. Кус! О, битва давай, на равных. Это видео. Битва! И выиграл овершоу! Он победитель! А вы забили три раза подряд! Все! Ну, это судьба, ребят! В общем, сегодня у нас, по идее, победитель как бы Кус, но на самом деле у нас победитель подписчик. Но вообще, ребят, победитель я, поэтому не забывайте, что победитель это Барт, и подписывайтесь на все наши каналы. С вами сегодня были Кус, Овер и Барт. Всем удачи, ребят! Хорошего настроения, не болейте! И пока-пока! Пока, ребята! Всем удачи, всем пока, друзья!